Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы сегодня поиграем в игру, которая называется Stig War 2 Одиссея. Ну, как вы помните, первую часть мы с вами прошли, и вот у нас вторая подоспела. Видите, что графически она выполнена вроде бы даже неплохо. Так, мы с вами находимся в бараках, можно мне выйти? Ой, ё-моё. Единственное, что здесь нет русского языка. Я думаю, что это не страшно. Попробуем разобраться. Так, арена откроется на 10 уровне. Так, у нас есть магазин, мой город, есть бараки и... не знаю, что это такое, ребят. И какой-то фонтан. А, нет, это не фонтан, это меч. Ну, по идее, это должен быть Эскалибур, но тут написано Калибурн просто. И анчивки. Ну что, давай начнем с бараков. То есть, открывается на первом, да, уровне. Этот на 4-м, на 6-м и на 10-м. В данный момент я ничего не могу открыть. А как мне приступить к бою? Просто нажать на бой. Тут есть еще какая-то рулетка. Бесплатно. Давай покрутим. Ага, мне достается 200 бриллиантов. Хорошо. То есть я могу в данный момент открыть вот этот сундучок. Или же вот этот. Через 20 минут. Но он же стоит 200 бриллиантов. Что вы мне... не хотят почему-то давать. Странно. Ну что, давай посмотрим, как здесь все это выглядит. По ходу дела я начинаю вот отсюда. Страна ветров, по-моему, так называется она, да? Так, каньон. Первая миссия у нас. Давай атаковать. Ё-моё, нифига тут чувачок с плеткой. Бедные, бедные рабы. Все покоцанные, заклепанные. Так, ну что же. Это у нас... понятно, ребята, какие-то опять злодеи захватили мирных ребятулек, мирных стигманов. Ты смотри, кто над ним стоит. Само зло. Само зло управляет этим чудовищным стигманом. Но нашелся храбрый герой, который дал ему по щам, как ты видишь, палкой вот этой вот копалкой. И он расстроился по ходу дела, да? Правильно, он сказал. Не позволим вот этим вот шитикам захватывать наши земли. И все ребятушки его поддержали. Вот как-то так. Слушай, ну, графически очень красиво сделано, да? Так, нанять рабочего за 120 голды. То есть тут то же самое, да? У нас вот рудники есть. О, пошел бедолага мой копошиться. А, так, нажми. Ну, нажал, и что? Вот, перемещаемся, да? У него, ух ты, а у него лучник уже. Так, а у меня есть рыцарь. Ну, это мечник, я так понимаю, да? Самый первый, самый обычный. Дай-ка я хоть гляну, как ты выглядишь. Так, они там стоят? Они стоят, пока ничего не дергается. Ну, первый уровень, по идее, должен быть всегда легким. Тут то же самое, как ты видишь. Оборона. Уходим в защиту и в атаку идем. Мечник довольно прикольно выглядит. Мне нравится. Давай, наверное, еще одного раба вызовем с тобой. Так, а сколько здоровья у нас не показано, да, на нашей базе? Что, у нас лимит? Нет, не лимит. Это просто когда не хватает денег... он становится красненьким. Ты хочешь сказать, что здесь будет один лучник против меня? Да я его сейчас в порошок сотру просто-напросто. Вот и все. По-моему, надо сделать разведочку. Тебе не кажется? Три мечника более чем достаточно. Давай проверим. Что он там сказал? Тим Кум? Это даже не по-английски, это по-китайски. Или по-корейски. Так, давай посмотрим, насколько мы хороши. Эй, ну еще и промахиваться здесь. Это замечательно. Воу-воу-воу-воу. На-ка тебе. Зачем вы пошли рабов бомбить? Бейте, бейте статую. Да что ж вы делаете-то, а? Статую, говорю, бомбим. Вот, совсем другое дело. Слушайте, ну это на изи. Вообще. Рухнет. Да. И победа, как ты понимаешь, за нами. Слушай, она наполовину корейская какая-то, наполовину английская. Ну что же, мы с тобой открыли лучника. Так, прогресс какой-то. Получить двойной реворд, посмотрев видосик. Нет, я не хочу смотреть видосик. Мы лучше с тобой пойдем дальше. Да, мне хочется посмотреть, что же у нас на втором этапе. О, то же самое, ребята, та же самая прокачка. Ха-ха. Так, ну, как вы помните, лучники мне очень нравились поначалу, поэтому я, наверное, буду их улучшать. Но здесь уже улучшение идет за гемы. А там нам давали очки опыта, как ты помнишь, да? И улучшение здесь, уху-ху, далеко и не из дешевых. Посмотри-ка.
Я все почти потратил. Блин, надо же было мне... Ай-яй-яй, сглупил. Надо было мне прокачивать, конечно же, наших работяг. Ну да ладно. Так, что у нас там? Это что такое? Ага. На 14 секунд мне дали ускорение. Смотри, у меня уже армия почему-то сразу готовых лучников была дана. Тихо, 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 красавцы. Вы куда разогнались-то? Так, посмотрим, как мы тут с вами справимся с этими мечниками. Так, нам показано, что мы должны отступить. Ну, давай отступим. Сейчас посмотрим, как у нас будет здесь работать защита. Так, чё, куда кликать я должен? Я должен сам кликать, что ли? Нет. Они сами стреляли. У-ху-ху-ху. Изейшие. Изейшие разобрались. Давай еще одного лучника призовем. Так, погоди, что за дела? А может быть, не надо убегать? Может, мы так их расстреляем, а? Издалека? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как это все у нас дело будет выглядеть. Да вообще шикарно. Пхи. Типа, лучники очень эффективно пробивают блок. А, так ты смотри, вот мои лучники. А это лучники этого гарнизона, по ходу дела. У них даже стрелы, посмотри, какие-то разрывные. Так. Победа. Так, 30 гемов, и вот смотри, тут еще какой-то есть новый ресурс. Доселе мне неизвестный. Для чего он нужен, пока не знаю. Вот, 630 штук, как ты видишь. Так, я могу, наверное, что-то... Что... А что я могу сделать? Ничего. Мы с вами заходим в замок. То есть мы будем здесь атаковать, да? Значит так, у меня всего 50 гемов, естественно, я ничего сделать не могу. А вот насчет... Так, скорость добывания 10%, а здесь... Ага, так скорость повышает, а это добыча на 20%. Естественно, нам нужно с тобой повысить добычу. Сколько там, 30 гемов? Улучшаем. Ну что, давай-ка посмотрим, что это у нас за замок. Что это у нас тут за замок? Что это за индюга идет ко мне уже? Индеец, смотри, бежит, натуральный индеец с каким-то там кортиком. Ну, шитик, сейчас ты доиграешь. Так, у меня рабы есть? Рабы есть. Два штуки работают, не покладая кирки. Я призову на помощь. И еще лучника сюда вызовем. Так, смотрим. Надо контролировать всегда, ребят, процесс игровой. Чтобы не... Ну, это действительно индейцы. Смотри, у них даже раскраска вот эта вот боевая. Да? Апачи, елки-палки. Ну что же, тогда мы будем с тобой еще лучника одного вызывать. Вызовем с тобой лучничка и, конечно же, еще одного мечника. Пока все хорошо, все козырно. Ребят, вы пишите в комментариях, как вам игра, понравилась, не понравилась. Стоит ли ее так же пройти, как и первую часть, если у нас это получится. Мне кажется, что вторая будет намного сложнее. Да мне кажется, что и в первой я что-то не доделал. Вы пишите тоже в комментах, что я там пропустил. Может быть, там как-то продолжение есть или еще что-нибудь в этом роде. Потому что мне она показалась первой слишком короткая. Ну, очень короткая просто. Так, давай еще вызовем лучника. Слушай, ну, в принципе, армия уже неплохая. 4 лучника. Подожди, какие 4 лучника? Раз, два, три. Раз, два, три. Вот сейчас будет... Нет, все правильно. 4 лучника было. Сейчас придет 5-й. И 3 мечника, да, получается? Угу. А у него, да, у него тоже армия есть. Но здесь стикманы как-то нарисованы, ну, получше, чем в первой части, согласись. Ну что, попробуем атаковать Тим их? Кум. Тим Кум, ё-моё, вот тебе и Тим Кум. Кум и Кума, и все, кто хочешь так. Воу-воу-воу. Единственное, что у всех здоровье одинаково, ну, как бы красненько, непонятно, кто здесь и что. Бамс-бумс, сейчас, наверное, будет подкреп, мне кажется, или не будет. Рабов мы тут вообще моментально ушатали. Ой, а что это мы так... Ё-моё, мы тогда будем до посинения бомбить ему базу. Так, молодцы. Смотри, 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 смотри. Фига у него тут подкреп. Лучники, родные мои, бомбим. Так, а я могу так же управлять? Могу, только нету здесь никаких скиллов. Черт подери, сейчас лучников мне моих разберут. Нам нужно с тобой вызвать мечников. Давай, 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 давай. Потому что он тоже, видишь, не спит. Он тоже вызывает подкрепление.
Слушай, ну здесь статуя действительно очень мощная. По сравнению с первой частью, да, ты посмотри. Офигеть, какая жесткая базенка. Просто так ее не пробить. Хорошо, что у меня хватает финансов. Тут тоже можно, да, а тут также можно сделать. По 3-4 раза кликаешь и, соответственно, столько у тебя юнитов и будет делаться. Ну, быстренько распетрушим их сейчас, надеюсь. Так, а что у нас тут? Очень много тоже заклинаний. Каких-то прикольных, это для копателей. Это у нас для мечников, для лучников, для копейщиков. Я не знаю, для кого это, хил, что ли, у нас здесь будет. Наверное. То есть мы можем с тобой... Ой, что тут происходит? А как они так наплодились-то, эй? Откуда у вас такая армия-то берется? Никто не добывает у него золото, да? А он все вызывает и вызывает. Разве это честно? Я считаю, что это нечестно. Блин, да он не дает мне просто ничего. Это второй, это какой второй? Третий уровень, да? И мы уже тут с вами встряли. Че, у меня всего 3 копателя. Может быть, надо еще парочку заказать? А то что-то вообще как-то ресурсы не добываются. О-хо-хо. Не, тут что-то вообще как-то... Ну, ты посмотри, что-то происходит. Просто погляди. Да ладно, всех разбомбили, что ли, мне? Да, всех разбомбили. Как ни странно. Так, давай-ка мы нафиг убежим. Это бред какой-то. Я не знаю, ребят, это какой-то бред. Откуда у него? Никто не добывает золото, да? Смотри, сколько он на этих делал. Странно. Золото не добывает никто, а у него ресурсы откуда-то есть. Что там, миллиарды, что ли, у него? Так, с миллиардами я бы прошел бы на изи. А ты попробуй так, как я, по чесноку. Слабо? Сразу пужанулся. Естественно, пужанулся. Так, ладно, хорошо, у нас с тобой есть отряд один. Уже копеечков у него. Почти 2 отряда полноценных. Вон, рабы пошли. Зачем ему рабы, если у него денег кур не клюют, а? Это объясни мне. Зачем такой понт делать? Так, копатели, давайте делайте свое дело. Мне нужно забить, наверное, армию полностью. И пойдем уже разносить в хламину его. Ух, сложно это будет, конечно, сложно. Так, армия у него не увеличивается, я смотрю. Так, ну что? Может, в атаку, а, друзья мои? Поехали в атаку. Тим Кум, и все, и побежали мы. Так. Давай, родные мои лучники, бомбите. Вот лучше бы, конечно, было бы ХП у нас, например, там синий, а у них красный. Так хотя бы можно было бы определить, да? Кто преобладает в этой битве. Там осталось-то немножко совсем. Сейчас рухнет его статуя эта. Отлично. Вот и все, вот я и Тим Кум. Такая музыка. Нет, конечно, можно получить двойную награду. То есть мы будем с тобой получать больше ресурсов. Соответственно, быстрее прокачиваться. Наверное, стоит глянуть. Так, ну и следующее, что я для себя заметил, друзья мои, так это, что я начал смотреть рекламу, а посмотреть не смог. То есть у меня игра зависла именно на, типа, просмотр видоса файла. Типа, ошибка. И все, и мне пришлось просто выходить из игры полностью, закрывать и заходить заново. Так что я не буду смотреть никакие видосики в дальнейшем. Так, ну что, мы с тобой заходим в бараки и давай посмотрим, что у нас тут вообще происходит. Так, нам нужно получить с тобой 4-й уровень, да, для того, чтобы открыть копейщика. А что у нас здесь в Майн-Сити? Апгрейд. Апгрейд. Так, то есть я могу улучшать магазины. Так, смотри-ка, тут еще и трофеи есть. Ничего себе. Забрать. То есть мы с тобой получаем еще гемы, да? Ко всему прочему. Так, а вот что вот это означает, интересно? Файтинг. Ну, например, я... Ой. Чуть себе тут замудрили. Мне нужны вот такие штуки. 300 камней. Для того, чтобы улучшить мой город. Тут 100, например, надо. Это будет статуя, да? А что она делает? А, она... Увеличивает здоровье статуи, да? Боевой, понял. Так, магазин 100, где эти камни взять, объясни мне. Я не знаю пока, без понятия. Что вот здесь такое?
принять. Ага, принять, купить, ё-моё, так и говори, купить. А здесь идет обмен. Это 1:5. Это жулики, а? 1:5, ага. Значит, сколько мне нужно гемов заработать? Так, анчивки. Анчивки пока у нас вообще с тобой нету. Вообще ни одной. А что за калибр? Ох, тут тоже какие-то, ребят, свои определенные. Ну, это на 10-й стадии. Триал бесплатно даст сам ли что-то. Ну, поехали дальше тогда. Да? Так, мы с тобой... Ой, тут 20 миссий будет. Это страна ветра, тут ледяная страна, а тут уже Абис, сам Абис. Так, я чувствую, что здесь еще будет огненная страна, скорее всего, вот здесь. Ну ладно, давай еще, как говорится, сделаем с тобой боевочку. Тем более мы с тобой выходим на какую-то галант-дорогу. Хотелось бы посмотреть. Так, у меня 50 гемов, я могу что-нибудь улучшить? Нет, не могу, вот тут могу только. Эть, и все. Зачем я сюда захожу? Не знаю. Погнали. Ну, это понятно. Тут все миссии заключаются в том, чтобы уничтожить вражескую статую. Вот зачем ему копатель, объясни, а? Я до сих пор не могу понять, если у него все с этим нормально, с баблом. Копатель так, для виду, что ли? Странный малый. Ладно, фиг с ним. Давайте, ребятульки, добывайте голду. Так, мечник один сделался. Надо подкопить финансов. Мы с тобой после этого этапа, по идее, должны получить копейщика. Вот что я тебе могу сказать. Блин, мне хочется этих чудиков просто ушатать сейчас. Прибежать и ушатать в наглую. Так, он добывает по соточке, я увидел. А мы поскольку, интересно, у нас покажут? Ну-ка. А мы по 120, ага. Мы с тобой по 120 добываем голды. Так, ну что, отряд лучников у нас готов. Теперь будем делать с тобой мечников. Ну, задний план здесь тоже довольно неплохо сделан, согласись, да? Слушай, может быть, действительно шатать их? Тим Кум, и все, сейчас мы их быстренько Тим Кум к ним. А он все равно еще новых рабов вызовет. Или сейчас армия сюда попрет на нас. Хотелось бы посмотреть, что будет. Так, пока никого не призывает. Пока мы тут с тобой спокойно веселимся. До поры до времени. Сейчас, наверное, половина хп станет. Ага, вот, видишь? Отходим. Отходим, говорю, блин. Ух ты, жулик, прям копье в спину воткнул. И они побежали. Ах, добили. Бедолагу добили. Так, ну что я тебе могу сказать? Нам стоит тогда взять с тобой приличную армию лучников. Я представляю, что здесь будут творить маги. Как это будет выглядеть все красиво. Так, ну что? Почти второй отряд лучников у нас с тобой доделывается. Он готов. Давай еще один, наверное, сделаем. И уже пойдем нападать на них. Хватит на них, как говорится, любоваться. Нам нужно с тобой 800 монет. 800 монет для того, чтобы... Нет, меньше. 600. Для того, чтобы сделать еще 3 лучника. И, наверное, все-таки сделаем еще один отряд мечников. Я думаю, это будет идеально. Раз, два. Еще немножко. Давай, давай, родной, тащи. 3. Все, теперь нам остается только лишь мечников. Тоже 3 штуки сделать. Раз. Так, не хватает, не хватает. Хотя, почему не хватает? 2. И последнего сделаем с тобой и пойдем. И пойдем в атаку. Хватит, натерпелся. Любоваться на них. А что это? Прикольно так, да? Перестройку сделали, замечательно. Так, и что, последний у нас... Делаем, да? Ну все, друзья мои, сейчас вот это... Я хотел уже, знать, как в стратегии взять, выделить их всех и отправить. Все, уже доигрался. Ну что? Вперед, и с песней. Ага, у него 4 копеечка уже стоит.
То есть он подготавливается, да? Тим Кум. Смотри, смотри, что они. Вау, издалека метают. Ты-ты-тыщ-тыщ. Молодцы, лучники, просто красавцы. Очень хорошо бомбят. Просто великолепно. Правильно, рабов. Так, вызывает подкрепление. Понятное дело, вызывает подкрепление. Так, лучники, вы бы бомбили этих вот. А они бомбят по статуе. К сожалению, они бомбят именно по статуе. Глупо. Глупо это очень. Потому что моих, извини меня, ребят, практически всех. Хотя нет, вот они еще бегут, живы еще. Сопротивляются. А мы почти с тобой уничтожили статую. Так, подкрепление бежит. Давай. Бамс. Блин, лучников они очень быстро разбирают. Я имею в виду эти вот эти вот копейщики. Но мы тоже критуем нехило. Фу, разобрались. Прикинь, мы разобрались с ними. Давай. Тут осталось совсем чуть-чуть. Да куда же вы переключились? Добили бы уже статую. Лучники добьют. Давай по статуе. Ну, красавцы мои. Да что ж ты будешь делать-то? Да ну. Ты серьезно, что ли, блин? Фигня какая-то. Ну как так-то? Прикинь, в наглую бегут за мной прям. Так, где мои суперэлитные войска? Смотри, что делают. Прикрываются щитами. Ты прикинь? Ну, мы сейчас эту армию положим, да, ему. И в атаку пойдем. И пойдем с тобой в атаку. Погнали. Он как раз еще не успел ничего здесь построить. И мы ему просто сейчас уничтожим эту статую в хлам. Смотри, какая у меня армия. Ух, живчики мои бегут. Так, просто сейчас пару выстрелов. И все, и она рухнет. И нам будут доступны копейщики. Ну и раб вышел погулять не вовремя. Да, друзья мои, нам достается копейщик. Очень красиво выглядит. Так, 80%. А что будет, если у нас будет полностью прогресс? Что от этого произойдет? Вот мне интересно знать. Так, а мы с вами перейдем потом в башню в какую-то, да? По идее. Так, рулетку больше кликнуть нет. Ну, заведусь, могу, конечно, покрутить ее. Ну что, ребятулечки, я думаю, что для первой серии этого будет достаточно. Если что, пишите в комментариях. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.